Сегодня в формате видеоконференции состоялся 8-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Индонезия. Делегации возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидыков и заместитель министра иностранных дел Индонезии Дерса Перчая. В ходе консультации состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития узбекско-индонезийских отношений в общественно-политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Были обсуждены приоритеты направления взаимодействия в рамках международных структур. Сторонами выражена взаимная заинтересованность в придании системного характера межгосударственному политическому диалогу для вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень. В этом контексте рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы для активизации партнерства. Подробно обсуждены механизмы укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Отмечена актуальность принятия взаимных практических мер по наращиванию объемов и расширению номенклатуры взаимного товарооборота, нынешние показатели которого не соответствуют имеющемуся потенциалу сторон. Особое внимание было уделено организационным аспектам проведения во второй половине текущего года очередного заседания Узбекско-Индонезийской межправительственной комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству. Главы делегации констатировали динамичный характер отношений в сфере туризма, подчеркнули важность создания условий для развития зиарат-туризма и халяль-туризма. Отдельно рассмотрено культурно-гуманитарное взаимодействие, в частности, организация совместных мероприятий в условиях пандемии. С удовлетворением отмечено развитие сотрудничества между вузами двух стран, в том числе планируемое открытие исследовательского центра Багорского сельскохозяйственного университета при Ташкентском государственном аграрном университете. Выражена готовность к продолжению активной работы в данном направлении. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.